Другим темам. В Югре число уклонистов от службы в армии неуклонно сокращается, а количество контрактников, наоборот, растет. Итоги весенней призывной кампании подвели сегодня на площадке Риц-Югра. По данным окружного военкомата, под ружье нынче встали 1500 югорчан. Это практически 100% исполнение плана. Наши земляки будут служить во всех родах войск. И даже в таких подразделениях, куда открыт доступ только для призывников из считанного числа регионов – в президентском полку. Примечательно, что в эту призывную кампанию десяток югорчан выбрали вместо года срочной службы 2 года службы по контракту. Всего же число желающих служить на профессиональной основе в Югре с начала года составило уже 100 человек. Новшеством этой призывной кампании хотелось бы вот отметить, и в нашей работе по отбору кандидатов на службу по контракту в этом году стало то, что предоставлено право выбора гражданам, не состоящим в запасе, то есть призывникам, имеющим среднее профессиональное образование, выбирать год службы по призыву, либо же альтернатива – это 2 года службы по контракту. Полную видеоверсию брифинга можно посмотреть на портале Риц-Югра в разделе «Мероприятия».